у тебя жесткие задания, потому что я же не знаю, какие, ну, мне можно. Ну, слушай, ну, оседать стул жестко. Да не, а дальше что у тебя будет? Ты на мне потом не оторвешься? Нет, ты что, не, у меня все позитив. Майонеза не... Как бы ты не хотел искупаться в майонезе, майонез... Не, ну это шляпа, сейчас все вот эту историю делают. Ну что, ну хватит уже вот это, моя объявить, жрать жуков, майонезом обливаться и все такое. Давай лайт какой-то сделаем. Давай. Легкое наказание. Ну давай начнем с легкого, да? Давай начнем с легкого. Скажи, ребята, слушайте, пожалуйста, песни Стаса Ярушина, а мои не слушайте. Я, Ольга Бузова, обращаюсь к вам, ребята, слушайте песни Стаса Ярушина, а мои не слушайте. Так, а даже если я попрошу не слушать, а их невозможно не слышать, они везде. Итак. Ребята. Да похрен, ребята, девчата, хоть кто, итак, люди. Итак, пожалуйста, я к вам обращаюсь. Люди, умоляю вас, прошу, услышьте меня. Хватит слушать мои песни. Ну правда, я сама не могу их слушать уже. Все, вот здесь. А вы все слушаете и слушаете, слушаете и слушаете. Вот кого надо слушать. Вот Стас Ярушин, вот эта песня. Какие у тебя песни? Хорошие, хорошие. Вот слушайте Стаса Ярушина лучше. Хоть кто-то пускай его послушает. Все, переиграла. Все, молодец, переиграла. Там кто-то пишет в комментариях. Все равно будем слушать. Спасибо, мои любимые.